Всем привет! Сегодня я разбираю большую, шикарную, прекрасную квартиру из клевер-парка. Аж целых 117 квадратных метров. Когда мы заходим в квартиру, попадаем в прихожую, и сразу же при входе есть гардеробная. Из прихожей гардеробной мы сразу же попадаем в один большой общий холл. С одной стороны, это мастер-спальня для родителей. В другой стороне, это детские комнаты. Вот одна, пожалуйста, вот, пожалуйста, вторая. При входе здесь сразу же общая гостевая зона. Это прям правильно, это удобно. И я считаю, что эта квартира идеально подходит для семьи из 4 человек. При необходимости можно эти два пространства объединить, убрав вот эту перегородку. И даже в холл можно убрать перегородку. И у вас получится вообще огромнейшее общественное пространство. Ну, а на этом я заканчиваю. Пишите в комментариях ваше мнение по поводу этой планировки. Всем пока!